Профессиональный праздник сегодня у работников энергетической отрасли. День энергетика ежегодно отмечают 22 декабря. Энергетики несут в наши дома свет и тепло, освещают улицы наших поселков и городов, обеспечивают работу всех предприятий. В северных условиях работать особенно сложно, ведь отопительный сезон длится 267 дней в году. Сергей Иванов, генеральный директор «Алроса», желает энергетикам и ветеранам отрасли неиссякаемой энергии и крепкого здоровья. Медиакомпания «Алмазный край» присоединяется к поздравлениям.